отпуск. Как известно, 26 января установлено днем сотрудников органов государственной и таможенной службы Республики Узбекистан. В преддверии знаменательной даты в столице прошел научно-практический семинар. Основная его тема – это совершенствование таможенного администрирования в процессе экономических реформ. В условиях осуществления широкомасштабных реформ по развитию рыночной экономики таможенной службе отводится важная роль государственного инструмента регулирования внешнеэкономической деятельности, от работы которого зависит развитие приоритетных направлений экономики, становление предпринимательства, в том числе малого и среднего бизнеса. Об этом говорилось на мероприятии, приуроченном к предстоящему Международному дню таможенника. В нем приняли участие сотрудники Государственного таможенного комитета, профессорско-преподавательский состав ведущих экономических вузов страны, финансового и таможенного институтов, а также Центра повышения квалификации при Государственном налоговом комитете. В ходе научно-практического семинара специалисты поделились научными взглядами на приоритетные направления совершенствования таможенного администрирования в свете проводимых в стране экономических реформ. В частности, были проанализированы вопросы изучения научно-теоретических основ таможенного администрирования и передового зарубежного опыта в сфере, устранение преград на пути развития внешнеторговых связей, увеличение экспорта, а также рассмотрены важные аспекты развития сотрудничества таможенной службы с налоговыми органами. На конференции заслушаны доклады о текущих проблемах в сферах таможенного администрирования, в том числе система управления рисками, а также были учтены несколько приоритетных задач, например, упорядочить требования документов таможенного администрирования, которые являлись самым важным элементом нашей деятельности. Сегодня у нас имеется возможность на обмен мнениями и рекомендовать обоснованные предложения по совершенствованию таможенного администрирования, выдвинутые рекомендации по развитию института уполномоченных экономических операторов и по совершенствованию системы управления рисками в таможенных органах. Наиболее интересные конструктивные дискуссии вызвали такие темы, как упрощение процедур таможенного оформления внешнеторговых грузов, оснащение таможенных постов современной техникой и средствами связи, минимализация человеческого фактора в процессе таможенного контроля. Ученые и специалисты сферы обменялись накопленным опытом.